Крепыш, нужна твоя помощь. Срочно нужно починить мост. Слушаю твою команду, Райдер. О, щенячий патруль уже прибыл. Я могу делать свое объявление. Сегодня парк аттракционов объявляю открытым. Крепыш и Буба уже подоспели на помощь, на подстройку нашего парка. Здесь мы возведем колесо обозрения. Давай, Буба, распаковывай. Торжественный момент и распаковка. Распаковка. Давай построим здесь колесо обозрения. Так, о, Бубка все уже распаковал. Давай будем ставить. Вот оно, наше колесо обозрения готово. И мы заложили, можно так сказать, фундамент нашему парку, да? Первый кирпичик, колесо обозрения. На нем приедут кататься щенячий патруль и жители бухты приключений. В следующем задании Крепыш и Буба отправятся подготавливать местность для следующего аттракциона. Поехали, Буба! О, вот железная дорога, и Буба тут уже в прошлый раз построил детскую площадку, а Крепыш сейчас в этой местности поубирает все кусты для того, чтобы построить следующий аттракцион. Вот этот вот. Давай, Буба. Давай, Буба, помоги. Так. Вот они наши. Ну все, Крепыш справился со своей задачей и построил такой замечательный аттракцион. С печеньками. С печеньками. Ну что, Крепыш и Буба, нужно строить следующий аттракцион. И этот аттракцион загадочный, в посылке. Крепыш, нужно расчистить местность для этого аттракциона. Я готов. Так, сейчас я немножко потружусь. И здесь будет много места для нового аттракциона. Крепыш просто молодец, расчищает траву. Я очень быстро это делаю. Со скоростью астрономической просто. Очень быстро. Потому что я умелый мастер. Все, я свою работу закончил. Бубка, теперь твоя очередь. Давай, Бубка, помоги. Давай. Вау, это прейсер, да? Тут вот. А это еще один аттракцион Рейсерс, да? Да. Да. Класс, давай, Булка. Давай сейчас ее распакуем и построим наш аттракцион. Давайте достаем, что там внутри. Ух ты, смотрите, сколько деталей. Да, Крепыш и Буба будут. Буба уже опробует. Смотрите, какие большие детали. Да. И башня. И башня такая, да, и башня. Все, давай, Бубка, построим наш аттракцион и уже будет. И будем встречаться в нашем парке аттракционов. Ну все, Крепыш и Буба просто молодцы, построили вот такой вот аттракцион. И сейчас мы будем приглашать в парк аттракционов наших жителей бухты приключений. Гав-гав-гав-гав-гав. О, давайте сыграем. Сыграем сейчас в игру, у кого уже будет больше косточек. Да. Вот, кто выбьет на самом деле вот больше вот таких штучек, ну и косточек, соответственно, тот и победит. Да, а еще эти косточки очень вкусные, и мы щенки их очень любим. Да, это косточки-печеньки. Косточки-печеньки, вкусные и привкусные, с вареньем. Ну что, давайте, щенки, приступим к делу. Приступим, но на кону у нас приз какой? А на кону у нас киндер-сюрприз. Та-дам, панда кунг-фу. Это для супермастера. Клади его сюда, это для супермастера, тот, кто победит. Ну что, поехали. Заводим. Поехали. Поехали. Что мы наделали? Так,
Подожди, вот это мое, и вот это, наверное, мое. Нет, и вот это мое. Нет, вот нет, что нет, нас вот нападал. Это мое. Наверное, вот это твое. Тогда вот это твое. Ну и кто у нас победил, получается? У меня так, и к Бубке на территорию даже упала вот одна косточка. Вот. Нет, не надо себе забирать. Считаем. Раз, два, три и один орден. У меня две косточки и два ордена. Три. У тебя две косточки и один орден. Значит, получается, если бы вот эта косточка кому-то досталась, ну, вообще у меня два на самом деле ордена. Но орден, можно сказать, ордены что круче, Бубка. Чем косточки. Можно почему? Сказать, что Бубка. Нет, Бубка просто накушался косточек, а вообще-то ордены меняются на приз. Вот. Ну, в общем, тут неоднозначно как-то получилось. Может, еще разок переиграем? Давайте дубль два. Давайте, только надо не так сильно бить, что развалилась вся игра. Вся игра развалилась, давайте. Давайте останавливаем назад косточки. Так, мы тут уже договорились о кое-каком лайфхаке. Мама уже удерживает эту штуку, чтобы ничего не разлетелось. Я завожу. Так, я завожу на полную. Сейчас будет дубль два, и все начнут сразу же играть. Когда я скажу марш? На старт, внимание, марш! Так, я собираю все, что у меня здесь. Вот, упало ко мне. А у меня одна опять. Так, у тебя один орден и сколько? И три косточки. У меня две косточки и орден. И в этот раз мои два ордена перетекли к маме. То есть, да. Получается, у нас ситуация опять такая же. Только я с мамой поменялся местами. Да. То есть, получается, теперь мама, как я в прошлый раз. У Бубы опять три косточки и орден. Да, еще одна упала. И еще одна упала опять же на территорию Бубы. Ну, тут, думаю... знаете, нарочно не придумаешь. Это судьба на самом деле. У Бубки всегда почему-то всякого стафа больше, чем у нас. Так вот. Что, вручайте. На самом деле, это... Настоящая Бубке. Ничья. Вот, да и все. Ну, Бубка раскрывает, вот, а нам всем все равно интересно, что попадется в этом киндере. Да. А ну, мне же не терпится узнать скорее. Что там? Вау! Ух ты! А ну, давай. У меня такого не было. Класс. Давай. Ты, давайте посмотрим. О, черепаха. Это мастер, не Шиф, а как зовут второго мастера? Надо будет посмотреть в интернете. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Да, если кто-то знает, напишите в комментариях. Мы же недавно смотрели, я прям помню, как его зовут. Угвей, да. Я вспомнила. Да. Это мастер. О, смотри, папа, вот он еще палочкой делает. Ух ты, вот это просто супер киндер. Покажи, чтобы очень было видно. Фу-фу-фу. Смотрите, палочка прям переворачивается. Класс! Да, ну, знаешь, вообще, некоторые киндеры просто превосходят ожидания. Да, скажи, да. Некоторые у нас, как... У нас из этой серии есть вот этот малыш, потом вот это, вот этот панда, папа, два папы у нас и вот это, девушка. Девушка, вот так вот. Гусяна мне хватает и злодей. Ну что, всем пока, вот такой вот погром у нас сегодня, сейчас мы будем собирать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И делитесь видео с друзьями. Всем пока. 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 Поспеши, подпишись на канал. Лайк поставь, подними палец вверх. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями.